Дорожные миски и поилки – это незаменимый атрибут путешествия с вашим питомцем. Все эти миски аналогичны по своей конструкции и материалу. Принцип работы у них один – надавите на дно, чтобы оно выехало, и насыпьте корм. В этой миске есть пластиковый ободок, но она идет без ручки. В этой миске также есть пластиковый каркас по ободку. К тому же силикон в этой миске плотнее, чем в предыдущих. Эта мисочка не складывается, она идет как цельная конструкция. Ее легко сжать, поэтому она будет занимать мало места. Эта поилка сделана из стали и пластика. Достаточно просто набрать водичку и плотно закрутить крышку, которая потом используется как посудинка для питья. Также поилка есть в меньшем размере. Охлаждающая чаша – это отличное решение для охлаждения водички вашей собаки в жаркое время года. Покрытие чаши по своей структуре напоминает костюм для дайвинга, а внутри плотный слой непротекающего покрытия с гелем внутри. Пользоваться чашей очень легко. Поместите ее в морозилку на пару часов, вымейте из холодильника и пользуйтесь. И, наконец, нейлоновый мешочек для хранения корма. Это удобная и компактная вещь. Он прочный, большой и оснащен плотной застежкой.